есть вот это промо for Big League, вход для зарегистрированных уже лидеров, так как мы все знаем. И это все это начинается именно уже для тех, кто зарегистрировался на платформе. Как же зарегистрироваться на платформу, мы узнаем сейчас, как раз войдя в личный кабинет. У вас попросят логин и пароль ввести, который был при регистрации, когда вас пригласили на промо, и их нужно ввести. Вот. У меня так как сохранено, у меня сразу же переходит в наш личный кабинет. То есть некоторые вкладки немного могут отличаться. Почему? Потому что, во-первых, мы директора, а во-вторых, Антон, мы администраторы. Да. Антон, у меня к тебе огромная просьба дать девочкам ссылочку на регистрацию на промо Faberlic хотя бы нашу. Они, я это рассказываю. Да-да-да. Вышли им хотя бы сейчас, чтобы кто не зарегистрирован сейчас из новичков на промо Faberlic, чтобы они хотя бы по нашей прошли, зарегистрировались. А потом, когда мы будем прогружать как директора распечатку, оно потом все само распределится, мало ли кто-то, да? Я знаю, Аня, я это и хотел. Давай, дорогая. Смотрите, здесь профиль будет немного, говорю, отличаться, потому что мы администраторы этой платформы и директора. То есть у нас, видите, баланс, это платит директора у нас за действие нашей платформы, чтобы она обслуживалась, чтобы она работала в надлежащем качестве. Поэтому директора понемногу, это 4000, это мы положили, чтобы баланс у нас лежал, и мы его пополняем просто там раз в год. И поэтому здесь у вас этой графы не будет, если вы не директор. Промо-страница, что это такое? Это визитка у нас получается. Вы здесь ее можете скопировать, настроить так, как вам нужно. То есть вставить ваши данные, написать текст, поставить фото о себе. Оно абсолютно бесплатно для каждого лидера. Но она идет с 50 баллов. То есть, кто не оформляет, то это визитка именно с 50 баллов. Я здесь ничего менять не буду. Просто здесь вы можете вставить здесь Инстаграм, так как у нас запретграм сейчас. Мы отсюда ссылку, конечно же, убрали. И поэтому даже могу показать, как она просто смотрится. Да? Здесь вы можете абсолютно по-вашему сделать. Здесь можно выделить слова, чтобы там было кликабельно, то есть если я сейчас нажму, то перейдет на мою страницу уже ВКонтакте. То есть, что, в принципе, тоже удобно. И так далее. Что вам было важно о себе? Как бы презентацию о себе. Можно также вставить, в принципе, сюда ссылку на видео, если хотите, чтобы вас еще в видео вы познакомили себя со своим окружением, новыми подписчиками и так далее. Давайте перейдем назад. Вот здесь вот как раз ссылочка на промо. То есть, когда мы нажимаем на кнопочку, вот здесь конвертик, у каждой ссылки, запомните, есть вот такой конвертик, когда вы его с телефона нажимаете, потом нажимаете ОК, подтверждаете копирование, у вас сохраняется, и вы можете спокойно выслать куда вам угодно. То есть, это вот ссылочка для регистрации на обучающую платформу. Вы даете тем, кто у вас зарегистрирован. Если даже тот, кто у вас не зарегистрирован, он зарегистрирован совсем в другой структуре, не в нашем проекте, он пройдет регистрацию, но его ни дальше не пропустит. Почему? Потому что у нас сайт смотрит, наш это человек в нашей команде или не в нашей. То есть, и запомните, вот есть ссылки. Иногда требует подтверждения. Многие спрашивают, как его обойти. Если человек прошел регистрацию в компании с промо Faberlic, у него это не попросит подтверждение, чтобы человека запустило на платформу. Если же человек вы зарегистрировали или вручную на официальном сайте, или дали ссылку с официального сайта для регистрации в первой линии, он тоже его не увидит, поэтому нужно его подтверждать, потому что это ваш человек, чтобы он мог дальше пройти обучение. Далее идем.
Здесь же у нас идет бизнес так, то есть человек может спокойно подключиться у нас к обучению. То есть даже если базовое обучение, у нас идет в Telegram-боте. Вот эту ссылочку я еще чуть позже покажу. Его можно давать даже для рекрутирования. Вот некоторые говорят, то, что автоворонка, особенно последние полгода. Да? Но по сути у нас эта автоворонка есть... уже года 2,5-3 на проекте, если вы не знали. То есть вот как раз этот бот у нас рекрутирует людей, он покупателей помогает восстановить пароль, как сделать, как оформить заказ, высылает, если человек спрашивает. Да? И тем самым у нас есть боты в Telegram, вот, есть боты в ВКонтакте. То есть это та же самая автоворонка, только человек уже сам подписывается по вашей ссылке. И если он пишет, что хочет зарегистрироваться, он попадает уже вам по той ссылке, которую вы дали, или в первую линию, или в веточку. Так, я здесь ничего нажимать не буду. Я думаю, вы знакомы с нашим ботом, то есть вы уже давно на него подписались, так как можно сразу же после регистрации, сайт предлагает подписаться на бота. И здесь, в принципе, профи уровень, это тоже уже идет у нас обучение, когда вы нажмете «Перейти», то есть он также, нажмете «Запустить», он предложит вам посмотреть базовое обучение. То есть и после этого уже там и будет регистрация на промо и так далее. То есть самое базовое обучение в нем разложено, там нету информации по рекрутингу, потому что это уже проходит после регистрации на обучающей платформе. Далее. И дальше у нас здесь идет актуально. То есть, смотрите, что у нас в актуальном. Промо Вася. Это сервис доступен для лидеров от 9% и выше. То есть, там можете спокойно на нем зарегистрироваться. Триф стоит 300 рублей в месяц, чтобы, по-моему, 3 номера можете подключить к этому сервису и с него рассылать. Если у вас маленькая структура, вам этого вполне достаточно. Если у вас большая структура, можно до 10 номеров подключить, и промо-вася уже будет WhatsApp отписываться вашим клиентам. Вот то, что вы будете рассылать, там массово можно загрузить, вставить в нужном формате в рассылщик, заготовленный текст вставить и отправить уже тем, кто у вас зарегистрирован, и будет идти автоматическое оповещение этих людей. Каталоги на Яндекс.Диске, то есть они тоже каждый каталог обновляются Максимом Нехороших, и директора помогают собрать каталоги. То есть курс от А до Я, то есть кто не проходил, советую обучить, пройти, пусть он старенький, я думаю, они скоро мы приведем новенький, уже обновленный, потому что с того момента, как мы его проводили, поменялось у нас метод рекрутирования. Ставлю 5 копеек, раз заговорили про мой курс от А до Я. Сейчас вы находитесь на главной новостной странице, скоро тут появится новость о нашей проектной встрече. Кто еще об этом не знает, зайдите обязательно на мой личный телеграм-канал, я там уже все расписала. Это очень важно, потому что многие директора, кто не едет, в своей команде не доносят, к сожалению, информацию о мероприятиях, и их люди остаются ни с чем, хотя мы их могли очень хорошо замотивировать живыми историями роста. Это во-первых. Во-вторых, что касаемо курса от А до Я, он актуальный. Я свои методы рекрутирования на данный момент не заменила, но мы, как вы понимаете, сначала мы потеряли запрет грант, 2 недели просидели без регистрации, но потом мы узнали, что можно продвигать страницу, рабочую страницу ВКонтакте, то бишь брендовую, да, и мы начали ее продвигать. И у нас стало все в порядке, 60, 70, 120 регистраций в месяц на бизнес. А вместе с Яндекс.Рекламой было около 400-500 регистраций в месяц. В принципе, нас все устраивало, у нас было все здорово. Потом, как снег на голову, опять запретили рекламировать, так как нам надо, да, то есть страничку ВКонтакте можно продвигать, но запретили продвигать так, как нам хочется ее продвигать. Вот, и мы сейчас перешли на группу. Группу продвигать нам тоже очень сильно понравилось, а сейчас мы вышли буквально всего лишь за месяц таргета на 60 регистраций, и вы все помните, я вам скидывала группу,
И эта группа показывает, что мы там делаем, чтобы к нам люди приходили на бизнес сами. То есть мы пишем посты различные, да, снимаем сторисы, пишем посты. То есть мы ее ведем как свою обычную страницу, только эта группа. Вот, очень сильно пока не хватает прямых эфиров, но мы справимся, да, ну и то вот вышли на 60 регистраций на бизнес в месяц только с этой группой. Ну, может быть, там 3-4-5 с Ютуба, но Ютуб мы больше не продвигаем, поэтому вот так вот. Поэтому в курсе от А до Я что поменялось? Поменялся таргет страницы на таргет группы, вот в принципе и все. К сожалению, с 1 августа методы рекрутирования у нас опять-таки с вами ВКонтакте поменяются. Один кабинет закроется, откроется другой кабинет. Мы еще пока не знаем, какие там изменения, еще что-то, но мы будем исследовать. И опять-таки все обучение мы разложим в промо Faberlic в разделе от 100 баллов по рекламе. Все про курс от А до Я рассказала. В основном только это заменилось, остальное ничего не поменялось, поэтому можете смотреть. Сок-поваром мы также пользуемся, автолайкингом. Мы также делаем конкурсы, когда хочется сделать конкурсы, да, хоть и очень редко их начали делать, потому что можем позволить себе уже побольше таргетированной рекламы и поменьше организационной какой-то работы с подписчиками, да, то есть в этом моменте, в принципе, да, новички очень часто пользуются конкурсами, да, то есть раз в месяц хотя бы их проводят, 12 раз в год. Все, закругляюсь, передаю слово Антону. Давай, спасибо, Аня. Смотрите, ну, совет директоров у нас для тех, кто директор, это вы сами понимаете, вы вступите в него, как откроете 3000 баллов и статус директора. Далее, бизнес-марафон, это еще старая информация, то есть ее просто Максим не убрал, но он ее уберет позже. Антон, информация там очень сильно актуальна, это Ирина Переднечева, она его до сих пор... то есть это... Там очень крутое наполнение, там очень все классно и здорово. Просто нужно вот эту картинку «Бизнес-телеграм-марафон старт 7 апреля», просто старт 7 апреля убрать. А остальное все актуально. То есть просто заменить картинку. Мы поэтому его решили не убирать. Это не старье. Мы следим за актуальностью вообще информации на этой странице. Ну, сейчас структура клановых, кто здесь присутствует, через эту кнопочку и вступали, я думаю, вы все знаете. Бизнес-сопровождение – это уже материалы. То есть наше обучение, которое разложено уже в третьей вкладочке, получается. Но давайте же разберем с вами следующий раздел уже, ссылочки. То есть очень актуальный раздел, и как в ней не запутаться, сейчас вам расскажу. То есть, как я и говорил, вот вебинар из нескольких частей. Для того, чтобы вы, во-первых, смогли усвоить информацию, которую сейчас вы получите, и, соответственно, у вас появятся вопросы. И на следующих вебинарах уже, когда мы с вами пройдем следующие вкладки, если у вас эти вопросы останутся, вы их зададите. То есть, ваша промо-страница здесь как раз на вкладке стоит. То есть, что здесь интересного? То есть, акция новичка. Как здесь разные, да? Здесь их несколько видов ссылок, как не запутаться. Смотрите, промо-фаберлик, который с вашим регистрационным номером, вот это самое первое с распределением, объясню. Во-первых, если вы в настройках не ставите, под кого распределять, оно распределяется в вашу же первую линию. То есть, но если вы вдруг с командой решили собраться бюджетом, ну вот есть у вас там 3 человека, которые тоже хотят рекламироваться, ну, например, 2000 бюджета, это для рекламы мало. То есть вы просто ставите регистрационные номера в настройках промо Faberlic. Я еще как раз это расскажу. Это получается у нас в настройках, это один из последних вебинаров. Вот. И здесь вы можете распределять уже в первую линию своим лидерам. То есть это очень удобно в плане того, что если у вас реклама зашла, вы можете всегда распределить под кого-то, кто хочет тоже получать регистрации. Но иногда бюджета не хватает, мы это просто понимаем, поэтому это и сделано. Если вы запускаете только себе и не хотите никуда распределять, ставите эту ссылку, и эта ссылка вот с окончанием «себе», она будет распределять к вам только в первой линии. С нее вы уже никуда не сможете распределить регистрации. То есть, почему я говорю, что вот это вот первое удобнее, то, что если вы всех отключили в настройках, распределяться вам. Далее, регистрации
потребители. Все это акции новичка. То есть, когда мы заходим, давайте перейдем. Здесь акции новичка. То есть, ну, регистрация ветки я рекомендую запускать потребителей только тогда, когда у вас в эту веточку проходит 6-7 бизнес-партнеров в каталог. Тогда только можете запускать, чтобы это мотивировало уже тех, кто приходит на бизнес. Если же вы не рекрутируете личным брендом, методом адресного рекрутинга, это спам, да, то советую не запускать на ветке, а сконцентрироваться на том, если вы тратите деньги, тратите эти деньги, чтобы у вас был как можно больше доход, так как первая линия дает самый большой доход, по сути, в начале. Большой доход, самый большой доход дает, это когда у вас крупные ветки, у вас их там несколько штук, вот тогда вы действительно хорошо можете получать, и это вот остаточный доход ваш. То есть, поэтому, смотрите, в чем еще ветки. Здесь, смотрите, когда человек приходит вот по категориям продукции, он переходит на официальный сайт. И человек может попадать в первую линию под последнего, но не учитывался промо Faberlic. Почему? Потому что это совсем другой сайт. В ветку попадают только те люди, которые идут подруг под друга, которые заполняют именно вот эту форму, не переходят на официальный сайт. Есть дополнение, оно есть в рекламе, я, скорее всего, его после вебинара подпишу, это дополнение. Если вы хотите убрать на акции новичка вот эти категории продукции, то вам нужно просто к вашей ссылке добавить одно дополнение, которое их уберет, и люди, все люди будут регистрироваться именно в веточку. Не будет вариантов перейти по этим категориям продукции. Далее. Что у нас? Номер ветки. Это у каждой ветки, в принципе, которую вы настроили, есть номер ветки. Мы о них поговорим, вот как раз будем раздел настройки проходить. Я покажу, где номер ветки, как его выяснить. Если номер ветки ставите, то это принудительная регистрация именно в эту ветку. То есть человек уже в другую ветку не пройдет по этой ссылке. Он как вот и себе, если ставите номер ветки после окончания MLM, то человек попадает только в эту ветку. И больше никуда. Дальше с баннерами в первую линию с распределением. Давайте посмотрим. Баннера, это вот они выглядят как. То есть здесь можно подписаться еще на Telegram. Вот как раз Telegram наш бот, который ведет и работает вместе с вами. То есть он работает за вас. Если мы зайдем в раздел отчеты, мы можем увидеть даже людей, которые, они будут подписаны не АН, на это сейчас как раз следующий раздел, не вот АН, а смарт-бот. То есть, значит, человек уже вышел в регистрацию именно вот в этом вот боте с нами. То есть, так, сейчас ты... Я вопросы чуть-чуть попозже с вами обсужу. Давайте с вами раздел ссылки полностью изучим, что здесь, потому что его здесь очень много ссылок, чтобы не запутаться. Здесь также каталог, то есть... Человек уже может зарегистрироваться, посмотреть каталог и зарегистрироваться. То есть здесь каталог это в первую линию запускается. Все то, что с окончанием MLM, оно идет по веткам, запомните. Которые без MLM, они распределяют в первую линию. Дальше наборы. Я не советую сейчас пока не работать, потому что сайт немного другой, но... эту проблему решим промо-страницы. То есть это у нас тоже в настройках. В принципе, здесь уже, я так понимаю, все перенесено вот в эти вот вкладочки. Нажмем «Веб-роботы-рекрутеры». То есть здесь вот как раз разложены боты, которые у нас идут для рекрутинга в социальных сетях, чтобы человек просмотрел информацию и зарегистрировался. И здесь вы отсюда его можете взять. То есть боты у нас в априори настроены на ветке. Почему? Потому что это в основном роботы идут для привлечения бизнес-партнеров. А нам важно, чтобы бизнес-партнеры поначалу помогали, чтобы человек, во-первых, больше мотивировался, то, что под ним растет ветка, и тоже начинал работать. Потому что мы сами понимаем, то, что мы работаем в интернете, и мы работаем с холодным рынком, который еще нам не доверяет. Особенно те, кто работает, пришли без опыта в MLM. Поэтому здесь мы помогаем людям устраивать. То есть также подписано на конкретную ветку, добавьте ID ветки, это номер ветки. То есть если вы копируете, здесь видите, везде есть конвертики, где можно человеку скопировать. Вот такая ссылка будет скопирована
буфер обмена, то есть закрыть. То есть у вас уже она сохранена, вы просто вставляете и даете человеку. То есть здесь вот много роботов, вы сами изучите их, чтобы определиться, какой бот вам ближе, с которым вам будет проще работать с вашей целевой аудиторией. Вот это вот важно. Далее переходим уже... Был вопрос в чате. Да. Давай пройдусь. Вот уже есть тот же промо-вася. Промо-вася – это сервис для рассылки на WhatsApp. То есть у нас уроки там есть по WhatsApp, по промо-васе. Как 9% открываете, вы можете зарегистрироваться, заплатить тариф, который там указан, который вам нужен. И уже будут уроки, как и что делать, как рассылать и так далее. Да, так. По промо-васе еще сделаю дополнение. В чате промо-васе, то есть вы можете вступить в чат, и в чате промо-васе именно с 9% есть закреп. И там есть огромное количество обучающих видео. И также в этом чате, это не канал, это чат, в нем можно общаться и задавать вопросы. И если вы где-то в чем-то нечаянно запутались, еще что-то, самое главное – это уметь задавать вопросы, чтобы вам на них ответили, чтобы отработка структуры и команды занимала у вас чуть-чуть немножко времени. То есть это нужно для вас. Потому что, еще оговорюсь, такой есть психологический момент, да, так как мы с Антоном руководители огромной структуры, и мы видим различные веточки, кто и как работает вообще со структурой и командой. Так вот, сразу видно, кто пользуется промо-вайзей, а кто нет. Сразу видно, потому что люди, которые пользуются промо-вайзей, они закрывают свои статусы и делают постоянные приросты, потому что распечатку распечатал, в промо-вайзе загрузил, всех отработал, то есть... И люди уже делают заказы, они заранее предупреждены, то есть о начале каталога, обо всем. Те же, кто не отрабатывают людей по распечаткам через промо-васю или через майнинг еще от компании Faberlic есть, но там надо каждому по одному, понимаете, каждому по одному писать. А в промо-васе все можно пачкой, скопировал, вставил, выслал, понимаете, да, это очень важно сейчас понимать, что это легко и просто. И получается, что... Ветки очень разнятся. То есть в структуре, где не отрабатывается ничего, рост медленный, дикий, потому что людям не уделяется должного внимания. Особенно те, кто набирает в свою структуру очень много покупателей и потом с ними не работают, потому что устали поодиночке всем писать, то это говорит о том, что человек выгорел. Чтобы не выгорать сразу с 9%, регистрируйтесь на промо-васю, разбирайтесь, не забывайте, что мы рядом, мы оба в этом чате есть. И еще есть девочки, огромное количество девчонок, которые действительно могут помогать вам там во всем разобраться. Ничего страшного там нету. Это наоборот сокращает время для работы, сокращает время для отработки. Вам будет кайфово, понимаете? Вы будете кайфовать от того, что «А что? Так можно было? Вот так быстро!» Понимаете? И стоит это, ну, блин, девчонки, стоит это 300 рублей. Как бы, ну, не так уж и дорого. Все, спасибо, Аня. Ну вот, Александр, я это объяснял, то есть первую ссылку, которую ты мне выслала, это тоже все они идут в первую линию, просто с первой, которая с твоим регистрационным номером оканчивается, и там можно распределять людям в первую линию, твоим лидерам, которые к тебе пришли, если вы запускаете совместную рекламу. Если ничего не настроено, то распределение, то регистрации идут тебе в первую линию. А вторая же только себе. То есть ты с этой ссылки, если будешь запускать, уже никуда не распределишь. Так, бота можно выбрать любого, размещать на страничке, но, Виктория, мы вчера в чате переписывались, домен с доменом. То есть если ты домен вот купила, его используют для размещения в постах. Ты им не спам, ты в постах, на страничках и так далее, в рекламу, ты им просто не высылаешь никому в личку, и человек, который увидит, он там может зарегистрироваться. Лучше со своим доменом, почему? Потому что Одноклассники и ВКонтакте, промо-фаберлик, как домен, вот промо-фаберлик.ком, этот адрес заблокирован.
То есть и вы не сможете им пользоваться. Поэтому лучше всего купить домен для размещения на своих страницах, оформить его. То есть если что-то непонятно, Виктория, мы можем всегда с тобой созвониться, обсудить, если не получается. Ты включишь свою трансляцию экрана, и мы все сделаем вместе. Так, подскажите, пожалуйста, как можно ссылку на распределение между своими лидерами в первую линию. Ну, давайте вы посмотрите, мы буквально могу завтра с вами также в 16:00 встретиться, обсудить. Мы с вами разберем еще вторую часть как бы платформы. То есть я сразу сказал, что их будет не одна, потому что и у вас много будет вопросов, и у нас мне еще есть что сказать о платформе. То есть как домен засунуть-то? Давай мы с тобой это обсудим уже при созвоне индивидуально, потому что это немного не вопрос вебинара. То есть это я все обсужу, так как домен робота. Смотрите, давайте возьмем, вот у нас есть промо-фабрик, есть ссылочка на свой домен. Когда вы его подключаете, вот это другой уже домен, поэтому просит ввести логин и пароль, да? Это они идентичны полностью. Наш сайт, вот здесь просто наш домен, а здесь промо-фаберлик. Просто посмотрите на трансляцию. И, соответственно, здесь, когда вы приходите в раздел ссылки, здесь уже становятся ссылки с вашим доменом, который вы купили, который вы подключили к промо-фаберлик. И все. То есть это другой домен для соцсетей, и он пропускается в социальных сетях. Поэтому нужно. Далее. Перейдем в рекрутер. Очень важно как раз про то, что многие говорят: автоворонка, 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 автоворонка. То есть, да, можно создать личную автоворонку, но кто не может пока создать личную автоворонку со своими видео, со своими постами о бизнесе? То есть здесь автоворонка о бизнесе, он скажет о возможностях. То есть когда вот есть несколько видов ботов, то есть когда вы нажимаете, давайте, например, перейти, здесь вы уже подключаетесь или в Телеграм, или ВКонтакте. То есть, вернее, не вы, даже вы можете прийти, посмотреть, что в этом обучении есть. Когда нажимаете Телеграм, он открывает, и он вам начнет давать информацию о бизнесе. Вот видите, он сразу же начал работать по той ссылке, которую дали. Я нажимаю ОК, он дальше. Да, был. То есть, здесь он вот так вот с человеком покачивает, нажимает, сколько его интересует, какой доход и так далее. Вот об этой переписке, в принципе, вам приходит еще информация в боте, который у нас идет и на промо-фаберлик, не фаберлик онлайн, а промо-фаберлик.com, это отчеты, куда регистрации приходят. Вам там приходит оповещение. Ну, давайте перейдем в раздел боты. Вот как раз у нас регистрации идут. Если я перейду, вот, например, Ольга Толбакова в обучении у нас проходит, нажимаю перейти, и здесь идет, что и бот высылал, и что нажимала Оля. То есть вот так вот он приходит. Здесь вот где-то Аня переписывалась с Олей. И, соответственно, через бота можно, вот я напишу сейчас Оле Табаговой. Когда мы отправляем ей, он отправляется. То есть и человек уже в боте видит, вы можете связаться с человеком, ему, если что-то непонятно, и проконтактировать. Где его найти на промо-фабрике, я это расскажу уже в следующих вебинарах. Пока мы проходим раздел «Боты и рекрутеры», то есть, чтобы вам было понятно. И здесь также вы можете посмотреть всех ботов, которые есть, и выбрать уже тот бот, который вам нужен, который вам нравится. Дальше идем. Я пока в Telegram не перехожу, расскажу вот этот раздел, как раз здесь вот осталось немножко, и перейду, отвечу на ваши вопросы. Далее. От лидеров. Здесь у нас лидеры могут, когда создают промо-страницы, поделиться со всем проектом, чтобы доступно было всем. То есть, и, не знаю, кому-то это будет актуально, кому-то не актуально. То есть, ну, кто-то не может пока создать, или новичок, он всегда может зайти здесь. И, ну, вот, например, Б,
Бондаренко Виктория, да, давайте перейдем. Просто перейдем, посмотрим. Вот здесь вот у нее It's Clear линейка, то есть это духи, женские и мужские, и она на это сделала свою промо-страницу и дала это проекту. То есть здесь описано о духах, и, соответственно, регистрационная форма. И здесь нету категории продукции. То есть если кто пройдет регистрацию по этой форме, он попадет в веточку. То есть так. Да, промо-наборы у нас тоже идут в веточку. Далее. Ну все, вот здесь вот как раз от лидеров промо-страницы они здесь будут появляться. Дальше боты для команды. Здесь это тоже, это уже обучение. То есть это для тех, кто уже зарегистрирован в вашей команде. То есть это подключение к платформе, то есть и к нашему боту. Есть базовое обучение для действующих структур. То есть ну, все можете почитать, изучить. Здесь тоже идет подключение именно к ботам. Даже ну, просто опять же нажимаем, но это у нас все один бот. То есть вот Faberlic онлайн. То есть если кто-то не подключился, то есть ну, лучше через ссылку, которую я показывал, подключаться. Так. Так, давайте я пойду. Оля Топакова что-то написала. Ответила мне. То есть в этом же боте. Оля написала «Привет». Здесь Аня уже еще раз «Привет» написала. Ну вот так вот можно общаться через бота. Вот через этого вот бота. То есть который я сейчас вам показывал в Телеграме. Который вот у нас основной. Вот он. То есть человеку приходит, он отвечает. Далее. Переходим назад. И для отработки команды. То есть посмотрим, что здесь. И здесь тоже так же люди, наши лидеры, это Осипова Евгения и Таня Картинг, создали у нас по стартовой программе промо-страницы. То есть ими тоже вы, в принципе, можете пользоваться. Это все ваше будет, потому что даже вот возьмем поисковую структуру, как узнать, ваше, не ваше. То есть, когда вы что-то перешли, вверху есть поисковая строка, здесь смотрите, если ваш регистрационный номер, то это ваша как бы ссылка, и когда человек зарегистрируется, он попадет именно к вам, не куда-то, а не к создателю этой промо-страницы, а именно к вам. Здесь важно, не используйте, если вашего регистрационного номера здесь нет, это не ваша ссылка. То есть было такое, что наши люди начали рассылать нашу ссылку для регистрации с нашего канала, то есть вот и так далее. И люди попадали к нам в структуру, а не к им в структуру, в другую веточку. Поэтому здесь очень важно это просматривать, не ошибаться. Далее. Вот как раз уже наборы 2.0, но они пока у нас, не, к сожалению, не работают. То есть удобно было, но не работают. Так, я сейчас иду к вам отвечать на ваши вопросы. Так. Виктория, давай мы с тобой созвонимся. Ну, а, все, ответил на вопрос, который нужен. Так, давайте, если есть какие-то вопросы, на сегодня часть, то есть мы с вами обсудили раздел главное, раздел ссылки, дальше пойдем обучение, отчеты, рейтинги. То есть, ну, обучение у нас будет долгое, то есть там много что где есть, поэтому мы с вами обсудим, что где есть именно на том или ином этапе, то есть что у нас идет без заказа, что у нас идет за 25 баллов, что у нас идет за 50 баллов, что у нас идет за 100 баллов, то есть и где это найти. Антон, а может быть в следующий раз настройки объяснить, потому что сейчас начнут разбираться с ссылками, а ветки еще не настроены. Может быть, настройку веток сделать в следующий раз? Давайте, это займет 10 минут, как это настроить. Я с вами просто этот потом исключу из следующего вебинара, этот раздел. Давайте с вами разберем, чтобы, да, действительно, Оль, спасибо. Давайте пройдем раздел настройки. То есть ваш профиль. Что здесь? Здесь вы заполняете свои данные. Для чего здесь нужно заполнять свои данные? То есть они отображаются на вашей странице. То есть когда вы переходите вниз, есть Telegram, WhatsApp, Viber, чтобы люди, когда видите, и здесь подписано, кто
ваш телефон и вашу почту, чтобы человек мог написать. Также я просто нажал на WhatsApp, к примеру. Это у меня на компьютере установлен WhatsApp. То есть у него так вот тоже выходит, только вы. Здесь написано это вы. То есть самому себе отправляет сообщение. И у него сразу же стоит фаберлик. То есть если вам кто-то при рекламе написал фаберлик, то есть этот человек мог быть не зарегистрирован, значит, он пришел с нашего сайта. Вот именно через эту вот вкладочку. Вот через эту вкладочку он прошел и где-то вам написал. Здесь понятно? Я думаю, понятно. То есть вот так вот будет выглядеть, если человек вам нажал именно на иконки социальных сетей. Поэтому здесь это нужно заполнить. Дальше. Настройки. Счетчики пикселей. Но счетчики пикселей у нас идут для тех, кто рекламируется. То есть это важно для того, чтобы отслеживать, откуда у нас пришла конверсия. И, ну, также, ну, в принципе, да, это только, в принципе... Антон, объясняю, что такое конверсия. Конверсия – это равно регистрация. Да, конверсия – это регистрация. Это по рекламе начинаю, конверсия, может, кому-то непонятно. Конверсия – это, да, это регистрация. А также, если вы хотите узнавать, откуда у вас идут ссылки, это есть в разделе ссылки, вот что я не сказал. А вот здесь вот есть такая графа, если хотите узнать, откуда будут идти регистрации. Вот сейчас вернусь и недосказал. Есть генератор метатильдов. Давайте возьмем просто эту вот ссылочку, ничего не будем менять. То есть, и что мы здесь делаем? Мы вставляем прежде всего сайт. Можете выставлять свои значения. То есть здесь пишем на латинице. То есть если же вы хотите, просто используете рекламу, можете так. Но я в основном пользуюсь свои значения, и, например, там. Я размещаю это в Одноклассниках, ссылку, да. Я пишу ок. Просто Одноклассники, то, что мне будет понятно, где я ее разместил. Если в Одноклассниках в нескольких местах размещаете, то пишите несколько видов UTM-меток, чтобы это можно было посмотреть в разделе «Отчеты». Там, если вы в регистрации, они там справа будут с датой, так. Вот здесь вот, короче, отчет, когда проходите. Здесь что в первой линии, что в ветках есть вот UTM, что вы поставите, есть current или team, без разницы. То есть здесь будет отображаться ключевое слово, которое было в UTM-метке вот здесь вот выставлено. То есть если вы все здесь уже сделали, нажимаете копировать и вставляете. Можете сократить ссылку. То есть... Здесь что-то не работает на теле. Я, если честно, не пользовался этим генератором, но это очень удобно. Но в плане того, что вы будете знать, откуда у вас регистрация, та или иная. То есть для рекламы это еще лучше. То есть когда вы будете использовать именно вот эти метки, с каких объявлений у вас пошла регистрация, вы можете написать, например, реклама там... Первое объявление, второе, третье, то есть реклама 1, реклама 2. То есть и вы будете понимать, с какой у вас рекламной кампании идут регистрации. Это очень удобно. Далее, что мы здесь, счетчики пикселей мы с вами обсудили, то что это больше для рекламы. Домены. Когда мы заходим в домены, здесь можно подвязать домен. То есть, чтобы он выглядел вот так же, как у нас. Где он здесь? Вот наш сайт. Здесь все закрою, чтобы не запутаться. И, соответственно, здесь вот так вот он будет выглядеть, и вы уже его будете оставлять в ваши посты в Одноклассниках, ВКонтакте. Как его приобрести, как купить домен, как настроить, чтобы подключить к промо-фаберлик, чтобы он был вот так же рабочий. Здесь есть видео, где вы можете спокойно их посмотреть и разобраться. Сначала просмотрите все видео, а потом уже поэтапно делаете действия, которые сказаны в видео. И вы не запутаетесь. Вы один раз настроите, потом можете с 9% идет 2 домена можно сюда привязать. Но мне, в принципе, не нужен. У нас один, и мне не надо больше доменов. Далее. Настройки регистрации ветки. Вот. Для того, чтобы использовать ссылки, давайте я не буду закрывать, ссылки с окончанием NLM обязательно
нужно настроить ветку. То есть, если у вас не будет настроена веток, ссылка, она будет просто не кликабельна. То есть, она не будет работать. Нужна хотя бы одна настроенная ветка. То есть, у нас здесь их несколько настроено. То есть, какие-то отключили, какие-то активные идут. То есть, вот здесь идет номер ветки. То есть, также можете развернуть, когда нажимаете на плюсик. Здесь есть ссылки. Если вы берете ссылку, видите здесь окончание MLM, а дальше номер ветки, то это принудительная регистрация именно в эту ветку. То есть уже в другую, а не ветку, это человек, который зарегистрируется, не пойдет. Но если вы просто оставляете ссылку окончанием MLM, и у вас несколько веток, регистрация будет распределяться между всеми активными ветками, которые статус в галочке зеленой стоит. Как ее заполнить? В принципе, смотрите, здесь разбираем ссылки сайта. То есть все то же самое, что мы с вами говорим, это есть. Можно посмотреть видео по ссылкам. Как создать ветку, ID ветки, ссылку для робота. Это все есть. Давайте я нажму, получается, добавить новую ветку. Я ее настраивать не буду. Здесь все уникально просто. То есть вы ставите регистрационный номер последнего. То есть если вы только создаете ветку, вы можете поставить свой регистрационный номер. Я сейчас свой пишу. Вот наш номер. Нажимаем «Проверить». Здесь выходит «Конна Ивана Анатольевна». Мы проверяем, все ли хорошо. Комментарий нужен для вас. Чтобы вам на промо-фабрик, вот давайте зайдем в раздел «Боты», вот промо-фабрик для отчетов. Здесь у нас есть, вот он, если ветку настраиваете, ветку такую, это для вас, куда у вас прошла регистрация, для понимания, она отображается. Комментарий, именно вот это комментарий выходит. Заходим, мы пишем первую ветку. Статус активно, то есть когда мы нажимаем сохранить, все, у нас ветка настроена. То есть и мы можем пользоваться ссылками с окончанием MLM. Сначала я советую начать с одной ветки, не распыляться на две ветки. То есть вывести ее на 9%, а потом уже открывать вторую. Но это уже можете обсудить со своим директором. Если мы у вас директор, можете с нами, когда вам открывать вторую ветку, когда вы выведете свою первую ветку хотя бы на 9%. Я здесь сохранять не буду, потому что у нас ветки настроены. То есть, если вы вдруг такое бывает, провели регистрацию вручную, и у вас вам нужно поменять последнего ветки, то есть здесь, когда вы заходите в настройки регистрации именно ветки, есть карандаш, вы всегда можете зайти. То есть бывает такое вручную, то, что провести, не пропускает почему-то систему, но человек не зарегистрирован. Здесь последний регистрационный номер. Стираем, ставим тот, который нужен, и нажимаем «Сохранить». После этого уже под этого человека, и обязательно мы проверяем, что это человек, того ли вы человека поставили, чтобы, не дай бог, если вы ошибетесь в регистрационном номере, и там человек будет активный, он может в другой структуре быть совсем, то ваша ветка пойдет в совсем другую структуру. Поэтому советую здесь проверять внимательно каждую циферку и то, что выдает система, за каким человеком закреплен этот регистрационный номер. То есть здесь вот Агапова Наталья Николаевна. То есть я здесь не менял ничего, потому что он так идет. Так, далее. Так, по разделу сейчас к вам иду. Так, вот этими ботами как можно рекрутировать, я имею в виду. Ну, Виктория, давайте с вами пойдем в раздел обучения, начнем обучаться, как работать с промо-фабрик. Вот если ссылка на свой домен, я советую вам вообще ее использовать только в постах, в рекламе, на страницах, ни в коем случае не высылать в личку. Всю информацию все равно мы даем в... Если человек заинтересовался, лучше всего в мессенджерах. Даете свой номер телефона и высылайте уже ссылочку, когда он вам написал, высылайте ссылочку на бота в Telegram, там, WhatsApp, где вас человек нашел. Человек регистрируется и уже попадает в ту веточку, которую вы дали. Так, если ветка неактивна, принудительная регистрация... Да, если даже ветка неактивна, принудительная регистрация тоже пройдет.
Активность влияет только на активность. Смотри, если статус активен стоит, то только туда распределяться. Если статус неактивен стоит, но отключена, то туда регистрация с окончанием MLM не проходит. То есть это только те, кто, у которых статус активен. То есть поэтому я вам говорю, платформа PromoFabric, она очень удобная. Давайте еще разберем далее. У нас по настройке регистрации в первую линию. Очень важно. То есть здесь мы распределяем по одного лидера, ну, пока мы отдыхали, пока у нас идут регистрации в первую линию, соответственно, мы их отрабатывать поездки не могли, и мы распределили по одного лидера, которому помогали, можно сказать, потому что сами реклама идет, лучше пусть она идет, не останавливаться. То есть здесь, как вы видите, смотрите, если у вас один лидер, под которого вы распределяете, то здесь мы нажимаем плюсик, чтобы добавить лидера. Выбираем страну, которую под него распределяет. Комментарий для вас, например, я поставлю, да? Так, подождите, немного ошибся, не я, здесь регистрационный номер. 103-386-938, это наш. Здесь также будет отображено под кого. Комментарий там... Вы ставите здесь Россия, так, просто я. Нажимаем закрыть. То есть здесь появляется я. Если вы какого-то человека хотите добавить, и вы запустили только на Россию, нажимаем плюсик. Опять же, вы выбираете Россия, кому распределять регистрацию. И нажимаете, опять же, под, уже комментарий. Ну, к примеру, давайте... Давайте назад вернемся и просто скопируем регистрационный номер человека. То есть здесь ставим Россия, кому распределять, пишем, например, Оля, то есть и, ну, фамилию человека здесь, Лохтина Оля мы распределяли, нажимаем сохранить. То есть вот так вот подкажут. То есть если вы на несколько стран ставите, то ставите еще Беларусь, также себя и также человека, под которого распределяете. Если вы сюда себя не поставите, под вас распределяться не будет. Будет распределяться под того лидера, которого вы поставили. Но это очень удобно в плане того, то, что... Но сразу же скажу, то, что если у вас одна будет регистрация в день с рекламы, будет распределяться под одного лидера. Вот здесь система работает. Если у вас две регистрации, будет под двух лидеров, может распределяться. Если три регистрации в день, под трех лидеров. Но если у вас меньше регистрации, чем добавлено вот сюда, он не будет по очереди всем распределять. Он будет только одному распределять. Вот здесь вот нужно это понимать. А, так, снимите мне ссылочку, пожалуйста. Где, ну, понял, контакт тут идет. Обязательно указывать страну. Да. Это обязательно для каждого регистрационного номера человека. То есть страну выбираем Россия, например, регистрационный номер, комментарий. И так далее, то есть если Беларусь еще запускаете, Беларусь, регистрационный номер и каждого человека. То есть если вы, вот как я рекомендую, Россия, Беларусь, Казахстан, у меня должно быть Россия, Россия в двух человек два раза, то есть под того человека, которого распределяю, и себя, и так далее.